Сегодня в выпуске. Выпустили АРС, тестируем новый сайт, зовем переходить в HTML5. Всем привет! Как давно вы не заходили в игру? Самое время это сделать, ведь вышел наш корпус АРС. И самое главное, на всех платформах сразу, и в HTML5, и на Android. На мобильных АРС станет базовым корпусом, то есть именно его будут получать новые игроки при старте игры. В HTML5 версии игры АРС так же, как и все остальные корпуса, можно будет купить за кристаллы. Мы уже неоднократно рассказывали вам про особенности этого корпуса, так что повторяться не будем. Если вы не успели попробовать его во время тестирования, очень рекомендуем. Возможно, вы в корне поменяете подход к игре. Также сегодня, в честь выхода нового корпуса, мы запустили ивент «Битва за Олимп». Во время него вы сможете выполнить 6 специальных и одну супермиссию. Плюсом к этому 4 спецпредложения, одно из которых будет содержать не только Ареса, но и устройство защиты от поджога и защиты от заморозки для него. Также именно в этот период вы сможете попытать удачу, вытащив из наших ультраконтейнеров XT-скин для парящего корпуса. Все подробности ивента «Битва за Олимп» вы сможете найти в напоминалке прямо в вашем гараже или по ссылке, которую мы оставим в описании. Для тех, кто в поисках новых предложений в магазине, мы подготовили небольшое обновление. Как вы знаете, наша витрина обновляется автоматически со временем. Дважды в день вы видите новые предложения, сделанные специально для вас. Но что, если вы хотите какое-то особое предложение или комплект? Теперь у вас будет такая возможность. Нажмите на кнопку «Обновить витрину», и она, угадайте что? Правильно, обновится. Есть одно «но». После первого обновления вы сможете это повторить за небольшую плату в танкоинах. На календаре уже середина августа, а это значит, что через 4,5 месяца поддержка технологий Flash будет закрыта самой компанией Adobe. Соответственно, будет также закрыта Flash-версия нашей игры. Именно поэтому мы каждый раз призываем вас переходить на HTML5 версию танков. Теперь мы будем делать это еще и в игре. Разумеется, не для всех, а только для тех, кто сидит на флеше. И делать это мы будем не только в меню игры, но и во время боя. Разумеется, только в случае вашей неактивности, а не прерывая катку в самый ответственный момент. Мы понимаем, что часть пользователей все еще не желает отказываться от флеша. Но это необходимая мера. И чем раньше мы все перейдем на HTML5, тем раньше в игре начнет появляться новый контент. Некоторые из вас уже заметили на нашем сайте большую кнопку, призывающую протестировать наш новый сайт. Мы сделали его легче и современнее, убрав все лишнее. Теперь добраться до нужной вам информации будет еще проще и быстрее. Новая версия сайта еще находится на стадии тестирования, так что вы сможете нам помочь сделать его еще лучше, оставив свой отзыв в самом низу обновленной страницы, там, где звездочка. В прошлый раз мы показывали вам, что снимают зарубежные авторы, а сегодня мы возвращаемся к нашим. Летнее ЗЛП от Михаила Калашникова. Мало одного ЗЛП, вот вам еще одно, на этот раз от президента. Компульсатор – вестник смерти. Сложное название и не менее сложное устройство в разборе от Килджета. Мы возвращаемся к нашим православным. В прошлый раз… Как это смешно ты делаешь? Бжик. Как это…
на сегодня у нас все. Хочу напомнить, что ответы на вопрос на 5 нужно давать в специальной форме по ссылке в описании. Ответы, написанные в комментариях, не принимаются. Увидимся через неделю. Пока! В прошлый раз вы должны были угадать, сколько танков уничтожит викинга рельса в воздухе с овердрайвом. И правильный ответ – С. Поздравляем победителей! А вот и новый вопрос.